проезжайте мимо. С начала декабря парковку запретят на 5 улицах Екатеринбурга. Там установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Парковаться запрещено будет на участках улиц Чапаева, Щерса, Пронина, Новгородцева и Старых Большевиков. По словам чиновников, это должно увеличить пропускную способность уличной дорожной сети. Узнай свой статус. В Свердловской области пройдет массовое тестирование населения на ВИЧ. Акции приурочены к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Так, в Полевском медики проведут масштабную уличную акцию по тестированию. В Богдановиче ВИЧ-тестирование смогут пройти посетители торгового центра. В Екатеринбурге студенты медколледжа проведут флешмоб. Как отметили в Минздраве РФ, к концу следующего года охват ВИЧ-позитивных пациентов должен составить 90%. Дорогу пожилым. Свердловские депутаты обсудили реализацию программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». С докладом выступили министр здравоохранения Андрей Цветков и члены правительства Свердловской области. Среди важных вопросов – развитие гериатрической службы в регионе, профессиональное обучение пожилых, а также финансирование программы «Старшее поколение».